ребята, вы на канале Сахалос. Сейчас мы оценим острова Чистакоте. Ну а следующий будет Бум. Погнали! Надеюсь, у Чистакоте супер чистокотешные острова. И это... Ну как всегда, и как я и сказала, смотри, у него какая длинная раковица. Хуло тут в костюме. Шпала такая. Пенсия. Песня у него пенсия называется. Это то, что ее не будет, да? Прикольная песня. Пенсия называется. Остров Злота. Тут эпик. Зера эпик. Маракас эпик. Усталос и ударщик. Ой, большой эпический мамонт. Симпатяшка. Остров Янтаря, тут лавотёга, грекошлем и репетила. Классно. Погнали. Уф. Мне кажется, мы его видели. В топе. Нет разве? Посмотри. Вам в топе был. Вам... Нет? Похож просто. Был такой похож. У него два эпических ужаса. Только такие большие, гигантские. Супер крутой. Давай заполнять эпического теперь это. Классная эпическая губка. Прикольно, они тут такие большие. Мамонт больше, чем карабас обычный. Йоли больше, чем обычный карабас. Классно. Мне нравится. Так, остров воздуха. Эпическая хула, обычная хула. Редкий риф. Редкий эпический помпон. Обычный пацанчик. Классно, классно, классно. Остров воды. Редкий бузайка. Эпический пализатор. Обычный бузайка. Классненько, редкий пализатор, калавный, легаха, кустива. И осьмидуб. И две йоды. Остров земли. Жужук. О, гигантская зеленка. Три харамня. Два редких и обычных. Два слона. Топ. Два зера розовых. Классненький, мне нравится. На огненном убежище. Все классно расставлено. Редкая лавотека есть. Классненько. Мне нравится. Кстати, украшения по сей день так хорошо стоит. Вписывается и этот рудник. Тут тоже симпатичненько. Редкий вижу шерстибель. Есть редкий фандлер. Отличненько. На острове света, что имеется у нас. Три редких зерномеха и редкая лавотека. Классненько, редкий брюшок. Тоже симпатично все расставлено так. Мне нравится. Остров псионики.
Два редких осьмидуба, как у меня, и редко ловотека. У меня нет ловотеки тут такой. Симпаштишно сделано. На острове фей редкие причуды выведены. Зеленый мужчина. Симпатично. Так, здесь есть редкая ловотека и редкий напевец. Вот мы весь сезон выводили редких ловотек, а у чистокоты на всех островах есть редкие ловотеки. А у нас ни одной почти. Три клавных редких и редкий мамонт. На сезонной хижине большая яля, но пока только яля. Три буду. Картуза, лисакс, этот грибомол, редкая геода, редкий бум-шоколад, редкий жужук, классненько, симпатичненько. Девять котофеев. Как раз для чистой коты 9 штук и надо. Симпатично. Чародейчик и так много-много мало. И расставлен так классненько. Но стрельбу. Тоже симпатичненько. Тут пока еще не очень много гублин. На острове небожителей. Небожителей пока нет. Ну а на острове племен. Тоже симпатичное большое племя. Ловотек открыто. Тут такие большие дичь, раковицы. Харамин и избавились. Ну, что могу сказать? Да, классные острова. Все классно расставлено. Есть и редкие. Эпические на многих островах. Мне понравились твои острова. Такие котейкины острова. Чисто коте, так они и должны называться. И твой остров мифов, где 9 котов, тоже классный. Ну, а вы были на канале Сахалос. Не забывайте подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!